Открытие выставки пленэрных работ состоялось в зале Союза художников в Махачкале. Картины мэтров и начинающих живописцев, всего более 150 полотен, радовали глаз любителей прекрасного. Летняя работа для художника – хорошая возможность заявить о себе, своих чувствах и впечатлениях, раскрыть новую грань возможностей и повысить творческую самостоятельность. Именно так считает заслуженный художник республики и организатор экспозиции. Это выставка пленэра, это само слово «пленэр» означает «свежий воздух». Так как это художники работают непосредственно на природе, они работают, пишут краткосрочные этюды, эскизы, делают зарисовки. Осадок остается хороший, добрый, приятный. Вот, увидев, смотря на эту работу, я вхожу именно в то состояние художника и именно в то место, где они писали, где они работали. Игра света и тени, широкие и узкие масляные мазки. Возле картины Камиля Гаджиева, известного под псевдонимом Тархо, всегда можно заметить начинающих иллюстраторов, восторженных его трудом. Картины мастера зачастую отражают быт жителей Ахвахского района. Мы можем заметить много разнообразных картин. Например, вот какая-то картина, где мы видим бабушку, которая занимается ручным трудом. В данной картине я могу сказать, что здесь очень разнообразные мазки, много цветов насыщенных. Однако на выставке присутствовали не только профессионалы, не выпускающие из рук кисти и краски. Были и те, кто случайно забрел за толпой, залюбовался видом горных вершин и маковых полей, а потом не смог оторвать взгляд от старинных аулов и сутулых сельских старушек. Совершенно случайно проходил мимо дома быта. И обычно вот в этом здании проводят иногда выставки. И думаю, да, я зайду, посмотрю. Почему-то привлекла меня именно вот эта картинка, нарисованная. Ну, данный сюжет отражает самобытность нашего национального дагестанского народа. Может быть, это данная женщина, она в стиле балхары, чья-то родственница. Насладиться летними пейзажами, узреть пластику деревьев и живописные уголки родного края в работах разнообразных по технике исполнения вы можете и сами. Экспозиция продлится до конца месяца. Вход свободный. Лариана Шимхалаева, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ Махачкала.